Друзья, раньше невозможно было сменить регион App Store, если у вас есть задолженность по учетной записи, или же у вас есть какая-то действующая подписка там по iCloud, либо же это Apple Music, Apple One, неважно, что это может быть, но этого нельзя было сделать. Начиная с iOS 15 и сейчас в iOS 16, вы это можете сделать, но с некоторыми нюансами. Хотите знать, как это сделать? Досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Так, друзья, смотрите, основа основ. Первое, что вам нужно сделать, это включить службу геолокации для App Store. То есть вы заходите в настройки, конфиденциальность и служба геолокации. Ищите App Store там при использовании, либо всегда ставите. Только тогда уже последующие шаги вы выбираете страну, все необходимые данные, и вы сможете применить эти настройки и сменить регион. Показываю наглядно, как это сделать. Первое, что нам нужно зайти, это в настроечки. Вот. Опускайтесь ниже, ищите пункт «Конфиденциальность, безопасность», верхний пункт «Системная служба геолокации», здесь ищите App Store, здесь включаете «При использовании приложения», дальше мы переходим сюда, ну, в App Store, сам верхний правый угол, еще раз на учетную запись, и здесь уже пошла жара, нам нужно сменить страну или регион. Нажимаем, жмем «Изменить страну», сейчас у меня стоит англоязычная, вот, ищем «Соединенные Штаты». Вот, нажимаете на Соединенные Штаты, применить, принять, все, здесь выбираете карту нет, здесь пишите имя, фамилию на английском языке, дальше определяемся с городом, это будет Лос-Анджелес, пишите, например, здесь пишите, выбираем штат, у меня, допустим, Калифорния, индекс пишем 9001, номер телефона 123, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, здесь пишем, и в принципе этого достаточно. Жмем далее. После этого настроечки применяются. Жмем готово. У нас здесь все будет на английском языке. Вводите ваше приложение. Вот, оно у меня есть, скачивается, никаких проблем нет абсолютно. Тоже, и что вам будет нужно по каким-либо другим городам, все в принципе доступно. Вот и все. Как сами видели, ничего сложного нет. Без этого вам никак не сменить страну, потому что вот так вот сейчас это именно работает. Я уже записывал до этого предыдущие видеоролики, там было проще, иначе сейчас с некоторой сложностью, нюансом, но как всегда решение есть, если вы подписаны на канал Apple Expert. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии, дальше больше, скоро увидимся.